Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. И сегодня хотелось поговорить с вами на такую тему. Я прям записала про низкое артериальное давление. Вы пишете низкое артериальное давление. Какая может быть помощь, друзья? По разным причинам может быть. И я открыла очень много справочников сегодня, чтобы с этой темой поделиться с вами. На самом деле я тоже часто страдала данной историей. И что мне помогло, я расскажу в этом видео. Не знаю, как вы будете справляться, но, конечно, первое, что нужно будет делать, это пойти к врачу. Поддержка печени – это лецитин, это Лифгард, это ТНТ, Нутрикал, Мегахел. Что это такое? Это продукты, которые являются комплексами для ваших мембран, для ваших строительства ваших клеток. Это тонизирующие средства, например, такие как подарка, которая работает с воспалением, коллоидные минералы, остеоплюс. Почему может снижаться давление? Причины разные. Низкий уровень кальция, низкий минеральный уровень в организме, может быть проблема с щитовидной железой, может быть, вы реагируете на перепады, так как плохо строите свой коллаген. И причин очень много, но здесь я как раз-таки назвала основные, как себе помогать. Первое, как я сказала, это помощь печени, помощь в постройке новых органов, да, своих, это минеральная, витаминная поддержка. И, возможно, также суперкомплекс, который работает с как раз-таки костями, суставами на внутреннем уровне. Друзья, если эта тема актуальна, пишите, пожалуйста, мне комментарий.